Привет, с вами, как всегда, Жора, и со мной Арсений. Он у меня в гостях. Вы, наверное, его не будете слышать, потому что он далеко сидит. Угу. И вот, не знаю, просто он далеко сидит. Так, я хакер, мы играем в Murder Party, по-моему. Ready? Go! Вот. Да, я понял то, что ты пати. Так, дело хакера. Оп. И... Всё, я сел в коробку и сижу. Меня скинули! Посмотри на мой экран. Мне нормально, не переживайте. Маш, что ты уже говоришь? Чтобы тебя слышали. Всем привет-привет. Он всегда хочет со мной видео заснять. Представляете? И, кстати, долго видео не было, потому что проблема. Я выиграл. Ребята, мы выиграли с вами. Ну и что теперь будем делать? За какую карту? Арсений, ты выбрал самую плохую карту для меня. Представляешь? Это получше, чем Party Studio для меня, потому что в этом, типа, больше места. Видишь, какая она большая? Party Studio, вон. Сильно, я Ребята, может потом мы откроем ящик? Я хакер. Скажи, что это у меня ножик легендарный. У него, кстати, легендарный ножик недавно выбил, как он ко мне пришел в гости. И еще не выпал мистик. Нет, я хакер. Хакер боится шерифа. Клавиатура не работает. Что будем делать? Это побольше карта. Где ножик есть? Короче, он хочет кейс открыть. Но. Давайте откроем фейер и кейс. Ну так. Ну как? Как убрать? Вот, откроем один такой. Так, ножик. И давайте откроем демонический кейс. О, у меня такой есть. Чё, у меня теперь их двое будет? Их два. Нормально. Ты всё бегаешь ко мне. Да бегаешь. Так я уже проголосовал. Давайте будем танцить. Бля. Я тебя зарежу. На. Ты скажи, что это я. Да они уже поняли. Я убийца. А я шериф, представляешь? Ты убийца, а я шериф. Че, будем против друг друга? Ты же знаешь, какой у меня левел? Я тебя почти попал.
Не убивай меня! А, нет! Рыска! Меня крысанули! Ну ладно, я просто играю не на полную, потому что мы видео снимаем. 25-й левел. Я 25-й левел. У меня опять 6-й. Давайте откроем еще кейсик, наверное. Такой. Вот такой? Да. Ах ты, нет, не хватает. Дезик кристалла откроем. Что там? У меня такая еще есть. Давай еще. О, как у тебя. Еще один такой. Давай. И еще один. Еще легендарка. Две легендарки выбили. Мы вообще 4 легендарки выпили. А нет, 3. Ну, вот это 3 легендарки, вот смотри. 2 раза выпил это и 1 раз это. Нет, вот это лучше. Да, она мисс. Ну все, ребята, это визунчиковое видео. Почему я могу сменить герой? А я тоже хочу. Кратчная мать. А, меня шериф стреляет. А я спрятался. Нет, но я стал шерифом. А в смысле, я ж попал? Ребята, вы видели? Или это лайки игры? Не знаю, я потом на записи перемотаю, ребята, и посмотрим. Убийца ходит. О, мы выиграли. Давай за бокс парк. Моя любимая карта. Да не толкай меня. Ладно, ребята, мы что-то перемотаем. Короче, ребята, ему выпала рарная маска. Он открыл кейсик. Я снимаю через бандикам, потому что у меня проблемы с видеокартой. Она не обновляется. А я хакер. Представляешь? Не знаю, где я буду. Ну хати, а я тут убийца. А, убийца. Привет. А, спрячься. Забирай. Нет. Ну, давай заканчивать видос. Окей, ребята, мы снимем продолжение, вы увидите в этом видосе, потому что я склею. Спасибо за просмотр первой части. Всем привет, и это вторая часть склеенная. Он, короче, сейчас откроет за 50 гемов. За 50 гемов? Так, давай я отворачиваюсь. Скажешь мне, что там? О, это обычная. Ну, резкая, то есть, но... Там, знаешь, что мне выпала обычная, которая там 5%, а там месяц 6%. Понимаешь? А кто я? Я, а кто я? Я убийца. А я вообще никто. Извини, но ты подошел близко. Просто на одном месте все подохли. Не подходи близко, я просто подумал то, что ты роль хотел взять. Да, я хотел взять роль. Ну вот, ты бы предоставлял для меня угрозу. Так я бы тебя не убивал. А, шериф наверху. А как ты
на и, вот. Куда? Окей. Дэнсим. Да что на меня все прыгают? Буду танцевать на тебе, короче. Сколько мы не знаем, еще не хватало. Вот я бы хотел мистик этот. Понятно. А-а-а, меня подвинули. Кинь. Что за чи-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 
Не убивай меня, плиз. Ааа, я убийцу увидел. Я знаю, я тебя убил, потому что ты хотел взять роль шерифа. Я хотел вообще, там было еще другое. Шерифа убили. Я скринул ящик. Коннектинг. Буду, короче, начинать играть получше. Я двоих убила. Как думаешь? Я буду дэнсить. Эмоция крутая. Кстати, в описании я оставлю ссылку на эту эмоцию. Если, конечно, я захочу. Не забуду. А знаете, почему у меня обновляется видеокарта? Потому что пишет: подождите, начало загрузки, и все. То есть она не загружается, но я помню то, что там пишет просто, но не загружается. Пишет типа: подождите, скоро начало загрузки. Как? Вот я вот там. Шерри. Окей. Мне очень страшно. Я правда, я тебе не вру. Ой, батуйка, можно я убил убийцу. А я убийцу убил. Иди сюда. Ко мне, я убийцу убил. Где? Меня чуть не убили. Вначале. Покажи убийцу. Я не знаю, кто это, меня чуть не размахнулся ножиком. Вижу. А, меня. А как сквозь стену? Ребята, вы видели, как ты сквозь стену? У меня еще под лагнуло в тот момент. Не, это на записи было видно. Все, читы. Да ладно. Может, просто игра забавилась? Потому что читеров тут мало. Я видел два. Давай, Дэнси. Смотрите, как он дэнсит круто. Не правда ли? Вот видите, он притяжка. Я буду на тебе дэнсить. Хоть ты и дэнсер. На. Будь за эту карту, плиз. Будь за эту карту, плиз. Спасибо. А я Пати. Короче, он Хантер. Он сказал то, что он помощник убийцы. А помощник убийцы это Хантер. О, привет. Я сзади. Боишься меня? А что если я буду шерифом? За что? Сейчас я тебя тоже собой. Да перестань так делать.
Ай, не промазал. Это убийца, это убийца? Это убийца, да? Да. Это мой друган. Пожалуйста, не стреляй теперь вот так вот меня. Просто я бегаю от убийцы. Снайпнули в полете. Кого тоже снайпнули в полете? Напишите в комментариях. И в какой игре. Вот меня снайпнули в полете сейчас. И в Fortnite. Да я не знаю. У меня такая же есть. Ну все, пацаны и девчонки. Это у нас последняя катка. Давай еще две и все. А хотя не последняя. У нас еще 10. Ладно, шучу. Ты уже слышишь по звукам, что ли? Убийца? О, здравствуйте, хотите смерти? Ладно. Давай, сиди там. Стой. Я ему сделал палец. Я и так веселый. Я ему опять. Я камере сделаю палец. Я не могу, я палец. Минус шериф. Я тебя не увидел. Да я тебя не увидел. С ножом там бегаешь моим. А продавать можно уже? Не знаю. Мне нравится вообще. Ипо! Снайпнули в полете. Я хотел скринить, а он меня снайпнул. Мой план был не настолько идеальным. Дэнсин. Ладно, ребята. Увидимся в следующем отрывке. Всем здравствуйте. Это третья часть отрывка. На, я тебя столкну. Шериф. Ну все, давайте. Знаете, почему мы снимемся? Потому что он тут особо не умеет играть. В смысле? Я убивала шерифа. Да я знаю. Я просто имел в виду то, что ты мало в Роблоксе играешь. Вообще не можешь играть в гостях. Я шерифа убил. Понятно, только не убивай меня. Ты это помнишь? Минус. Это, скажи, кто твой напарник? Я убил другого убийцу. Я тебя не убивал. Это не я тебя убил, это другой шериф, понял? Не знаю. Нас было двое на двое. Два на два, понимаешь? Давай, дэнсим. А что будет, если я опять нажму? Пока. Чё? Пока. Прощай. Надо будет потом еще эмоции купить. Мне нравится. Пати? А что? Ready? Go! Меня убили! Начали где? Шериф, шериф! Помогите! Меня хотят пристрелить! Меня вначале убили! Help me! Help me! О! Воротчик 3000! Вот я за тобой слежу.
конечно, все понимаю, но я пойду убиться. Я с тобой сижу. Это кто? Это я был. Не, вот этот вот челик. Не, вот этот вот челик, посмотри. Это убийца. Понимаю. Нормально, я наоборот делаю так, чтобы ты выиграл. Нет, ты выиграешь, потому что ты же был хакером. Да. Нет, я был пати. Я взял твой ноутбук и делаю так, чтобы ты выиграл, понял? Ну, я тоже выиграю, я же стал хакером. А так и все, вот мы выиграли. Так, давайте ящик откроем. Вот, какой-то аниме. Животные. Петико. Давай котиков откроешь? Я уже открыл. Возьму этого. А хотя мне этот больше нравится. Иннокент, ты меня должен защитить. Необычный? Да. Ready? Так, побежал. Я вангую, то есть что он убийца. А, там наверху убийца, наверху убийца. Спаси! Двигаюсь, хоть меня снайпнули. Баги и крин. Не понял. Чё? Чего? Ты меня убил. Ты меня убил. Ты представляешь, ты меня убил. За что? Точно? Та карта маленькая для меня. Ну да ладно. Ну идём сюда. Окей. Пим-пим-пим-пим. Вот, посмотри-ка, где я в полной платье. Вот, покажи подписчику. Я опять на том же моем любимом месте. Да, твое любимое. В прятках. Если были бы прятки, я бы смеялся. Я знаю, как ты туда залез. Не знаешь? Знаю. Блин, так смешно смотреть на тебя. Ну ладно, я пойду дальше. Ты чё? Опа, опа. Ты чё, залез? Нет. Не залез? Я залез. А вы думаете, что мне купить для скина? Напишите, плиз, комментарии. И это у нас будет последняя катка. И думаю, последняя серия. Да? Ты чё, я устал? Ну ладно. Я просто... Давай ещё поиграем, потом ещё. Ладно, сможем снять ещё одну серию. Он меня заставил! Я заставил! Понятно, то, что ты убил. Да за что ты меня убил? Короче, подписчики, вы будете наблюдать всю катку сзади. Я убил уже этого читера. Он у нас идет запись, как вы видите. Минус еще один. Это последний, он идет на кухню.
Последний возле кухни. Блин, он взял нож. Я как мог? Не знаю, будем прощаться? Ну да. Ребята, вы где? Ой. Это где? Я... До свидос. Нет, я упал. Ну все, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео, где делать долгие видео. Пишите комментарии. И спасибо за просмотр. И ждите новые видео. Я вернулся. Я буду скорее теперь с Ватиканом, пока не починят видеокарты. Все, всем пока.